Привет. В общем, MC Серега, это который ютубер, если кто не в курсе, ссылка будет в описании, он устраивал у себя такую тему. Он брал своих 5 сокланов и проверял двух человек на вступление в клан следующим образом. Он играл с ними медиком, а эти 5 сокланов играли против них. Ну и, соответственно, давали возможность что-то там разыгрывать и не душили сильно. Ну, в общем, я решил попробовать провернуть следующее. Я написал Сереге о том, что, типа, Серег, давай мы с тобой пройдем, как бы, 3 на 5 сыграем против своих сокланов. Попробуем пройти эту самую проверку на вступление в клан. Ну, а потом его сокланы дадут нам оценку после сыгранной катки. Скажут, что мы можем, что не можем, стоит нас брать или не стоит брать. Ну, в общем, поехали, сейчас сама катка и в конце, соответственно, их вердикт. Пиздец, кто эти люди? Нормально Серега клан держит. Так, давай, альту это. Ой, Флоренс, это наш лучший авик клана. Визуализация, это штурмовик, один из топовых на сравнении с Жади. Ангел Сдейшн, 4К часов чел из игры не вылазит, нам пизда. Леовер, это мой офицер, единственный человек, которого я точно знаю. Ой, спалился. Альфа, ну ладно. Братцы, сейчас лучшая акция от Mail.ru за последние, наверное, полгода. Точно такой же склад сейчас может абсолютно каждый получить при регистрации нового аккаунта. В общем, переходишь по первой ссылке в описании, жмешь кнопку «Испытать удачу», и тебе выпадает всегда золотой контейнер, в котором ты получаешь целый комплект магма-пушек и шлемов на все классы. Ну и прям тут же жмешь «Создать новую почту» и регистрируешься. Ну а потом на сайте игры можешь еще телефон привязать, чтобы получить випку на 7 дней. Как долго это продлится, я без понятия, поэтому не упусти свой шанс. Так, ну мы в защите, смотри. Сейчас, короче, однерку пушим каждый раунд. Серега, рынок, прыгай, пропрыгивай, смотри. А я пошел на двойку соло игры. Там есть? Это один? Я слышу про масло. Да, это один. Он в балконе уже? Он залитый шоу. Он вылез уже. Я стык 9, может быть, уже. А, ну это понятно. Вот. Да. Сейчас они, по идее, должны хотя бы дать шанс разыграть плащ. Кого там разыграть? Не сегодня. Кого там разыграть? Четвером одну позицию смотрю. Да пошел. Не-не, нет, а рынок раш. Они что, ебанутые? Да нет, точно. Они смущаются, что они просто толпой бегут и пинают просто, не? Ты что, охуенно, что ли? Подожди. Давай я их приму, подожди. Давай рынок взорвем. Это вы так проверку клан, да, устраиваете? Да ладно. Слушай, да тут даже... Это двойка. Не выкидывай хае. Только 10 смоков, парень. Ты понимаешь, что эту проверку нереально пройти? Малый залез. Да мне кажется, они характер смотрят. Они посмотрят сейчас характер. Меня мед запушил, блять. Он просто идет даже убивать. Он не идет резать своего чела в пробеге, на которого он откинул смоки. Он идет пушить просто в смок. Так, ванго. Ты в окне есть, Серег? Да. Понял. Убил окно, да? Забей, там круг. Вот смотри, мы тут сейчас разыграем. Ставят. Я не знаю, в окне есть или нет, я кидаю хае похрен. Я боюсь. Вдруг тут нет. Ай, блядь. А как его пережать? У него сет Blackwood полностью, да? Это какая-то хреновая проблема. Наверное. Может мне меда пикнуть? Не знаю. Попробуй, давай я авика возьму. Сейчас я начну, они что-то душат. Я авика взял. Это за трак. Есть ли ты слева еще? Он бесит. Что ты так душишь-то, алё? Все, я взял меда, забей, сейчас разыграю. Они просто видят, что медов нет и душат. Еще после карты, да бомжи какие-то, не пи. Не, его там не убить, если он будет пиксели ставить. Нет, он присел. Да, можешь резать по фасту. Угу. Я понял. Где, откуда? В респион. Сука, стоит, контрит, сука! Навик фул. Сейчас выйдет в рынок. Убил я его, иди ставь пачку, времени нет. Серег. Блин, я тап поставил на кнопку, но хуй не помню, сука! Сколько их осталось? Чай, я тап верну на кнопку нормально, подожди. Сейчас я привык, что на РМ показывает сверху. Медик синька будет поднимать. Меня он. А! Снайпер. Он не успеет цепей, он бежит вот отсюда. Как я промахнулся это? А это? Не понимаю. Поздравляю с первым раундом. Да.
Спасибо. Пропрыгнул один. Да он будет сейчас прыжки убивать. Убил его. Гранату дают. Зигу отдымите. Ладно, я отдымил Зигу. Ну заходите. Бля, Миш, ты туда-сюда бегаешь тут? Он кидает хае. Не резай. Ага. Он про сапотами. Балкон штурм. Балкон штурм. Кто-то в дыму синим. У вас упоре слева есть. Инженер. Медика я убил. Балкон. С балкона штурм будет. Я посмотрю, пройди. Посмотрел, он авика подобрал. Есть смог? Он справа пикает, стоит. Пиздец. Это называется душить. А, пятерка вышел. О, как же это просто в дистайм было. Забей. Это проверка. Слушай, мне интересно, такую проверку, блядь, если, даже если взять вот просто панику и, не знаю, Хейнса. Давай я сейчас зайду и спрошу мнение про вас. Ладно, не будем рушить. А, понял. Он уже даже знает, что я тут его пикаю. Понял. Забей, тут уже у меня просто маленечко все. Я маленечко устал. Я говорю, давайте уйдем. Мы не сможем зайти туда. Серег. Никого там их минимум 4 рыла. Не, ну это конечно. Ну я хз, что тут делать, Серег? Против сейчас, твоих подожди, львов. Сейчас доиграем, подожди. Прошу их мнение, блять, им нормально, типа, проверку. Мнение их послушать, что они скажут, блять, про. Давай, давай, рынок закинем. Рынок зарашит. Но тут медик. Медик пул справа. Серег, он залипился. Там нет больше никого. Убей справа, хорошо. Они пестики взяли. Мне кажется, он в смоке уже. Нет, зиги все-таки. Да, да. Жозенька. Я пропеты убил. Все там, да, я так понимаю. Да, пропеты убил оба. Вантап просто, одна пуля, одна, понимаешь, одна. Пошли Дэл прокинь. Дэл, прокиньте, я не знаю, сейчас может быть не рынок будет все-таки. Рынок походу, да? Походу. В арке слева человек есть. Зашел в арку. Ну как его передавить этого броника? Это не, нереально. Ну... Его там нереально передавить, короче, в этом бронике. Да? Мы втроем. Какая вторая катка? Нет, спрашивай, иди. Спрошу. Так, ну что там? Ваше мнение. Давайте по очереди. Илюха, говори, Левер. Ну не Апль, ну вроде как, типа что-то попадает, может, на инженере. Ну, снайпер не его. Тут Руманса, но я не знаю, ну такой аккаунт, походу, купил где-то. Что-то не попадает вообще. Да и фигню какую-то делать полную. Так, Альфа, говори, что там. Да все то же самое. Все. Мансон вообще не стреляет. Неаполь реально хоть что-то делать пытается. Ну, видно, попадает. Ну, по последнему раунду ты все должен был понять. Типа, ШТ у них, ну как, ну... Не очень, ну вот инж нормально, на самом деле. Более-менее, классно. Визуализация. А. Неаполь жесткий, Манса не попадает. Ангел, твой вердикт. Как тебе вариант, вот я сейчас Левер предложил, вот я согласен с каждым, что они сказали, все правильно. Неаполь реально, ну молодец, стреляет. Не боится залетать против пятерых, хотя иногда и глупо, конечно, но ладно, стреляет умеет. Труманс слабый. Ну, типа, они, видишь, карты выбирают большие, где тяжело втроем играть. Нет, смотри, вот вопрос, как вы, что вот вы у них проверили? Вот я понял, вы проверили у них стрельбу, что вы еще вот у них проверили? Ну, вот то, что они фигню делают, типа... Кроме стрельбы, если думать, то они как бы, ну, что-то тупые ошибки совершают реально. То есть где-то залезет не туда зачем-то в одного, вместо того, чтобы вместе зайти разменяться. Или наоборот сидят, когда можно просто залететь, убить. Ну, то есть тупые ошибки. Короче, я понял. Ну, смотрите, давайте сейчас еще 5 на 5 сыграем. Просто тоже хочется посмотреть именно разницу, какая будет. Я сейчас там двух челов найду каких-нибудь у меня с друзей. Просто сыграем еще 5 на 5. Ну, там уже как бы все. Можете потеть там, как суки, типа. Да. Там уже нас не проверяете, а именно просто потеете. Ну, играйте, как играете. Мы тоже потеть будем.
Эти катки 5 на 5, про которые Серега говорил, я тоже записал. Так что прожми этому видосу лайк, если хочешь их увидеть. Ну и об этом дай мне знать в комментариях, соответственно.